В Донбассе с 28 июня по 5 июля проходит летняя школа развития социального предпринимательства «СДВИГ». Участники школы, это 20 человек со всех регионов СКФО, получают и совершенствуют предпринимательские навыки посредством посещения мастер-классов, презентаций, дискуссий, круглых столов и так называемых «мозговых штурмов», которые помогают вырабатывать успешные решения возникающих в обществе социальных проблем. Подобная предпринимательская школа проходит в Донбассе уже во второй раз и вызвала ажиотаж у молодежи. Организаторам даже пришлось проводить среди желающих конкурс, чтобы отобрать в школу только лучшие проекты. Одной из основных задач мы для себя определили – это работу такой программы, как «СДВИГ», целью которой является создание условий для молодых людей получить необходимые знания и навыки, которые на выходе позволили бы им начать свое собственное дело, социально-предпринимательское, и в конечном итоге, чтобы, может быть, появилось такое сообщество социальных предпринимателей, которое могло бы не только поддерживать друг друга, но и популяризировать социальное предпринимательство в своих ближайших кругах, сообществах.